Лапа открылся в новом формате, чтобы на одной платформе предложить питомцам и их родителям все, что им нужно. Теперь каждый владелец пушистого друга может посетить груминг-салон, сделать ему новую стрижку, укладку. Самое интересное происходит на территории места встречи, где ждут гостей встречи с блогерами, мастер-классы для детей и их родителей, зоопсихологами и другими специалистами. Также на одной платформе с магазином, груминг-центром и местом встречи открылся круглосуточный ветеринарный центр. Прежде всего, центр отличается тем, что наши пациенты, в отличие от людей, не могут пожаловаться на то, где у них болит. И зачастую ветеринарному врачу приходится самостоятельно выяснять, в чем проблема и что беспокоит питомца. Это требует от ветеринарного врача предельной концентрации и внимательности. Здесь, конечно же, нельзя обойтись без любви, искренней душевной любви к животному. Наше преимущество заключается в том, что мы можем оказать полный спектр услуг нашим клиентам, ну и, конечно же, достойный сервис. Грамотно поставить диагноз, конечно же, в ветеринарном центре помогает современное диагностическое оборудование, такое как УЗИ, такое, конечно же, как рентген, ну и еще ряд других инструментов. Каждое утро, когда мы открываем магазин, мы думаем, что принесет нам этот день. Однообразия никогда не бывает. Основная задача продавца – помогать покупателю. Иногда бывает, что люди не знают, что подобрать, и тогда мы приходим на помощь. Мы рассказываем про ассортимент, показываем новинки и подбираем только самое лучшее для наших покупателей и их питомцев. У нас уже сложились теплые отношения с нашими постоянными покупателями, поэтому мы всегда рады, когда они к нам возвращаются вновь. Валерия, мы сегодня с Черничкой оказались на открытии новых четырех лап. Это просто супер магазин, я впервые вижу такой большой ассортимент. Всякие площадки, ветеринарные клиники, это просто спасение для хозяев своих питомцев. Да, я была сегодня в тренинг-клубе, мы даже занимались с кинологом, нам показали пару команд, разучили их, сказали, как лучше себя вести, как не вести. Нам с Ешей очень понравилось в тренировочном клубе. Это отдельная зона, вы можете следить и смотреть за тем, как собаки обучаются, узнают много нового. И следите за новостями. Бентли больше всего нравится тренировочный клуб. Когда я прихожу в этот магазин, первое, что я делаю, это иду в ветеринарный центр, проверить здоровье, а затем на груминг. Бентли носит модную одежду, у него есть два дождевика. Он любит нюхать разные корма и выбирать себе свой любимый.